Breathe deeply. Нужно глубоко дышать. So you can read it in John 11. И поэтому можно это все прочитать в 11 главе Евангелия от Иоанна. It says Jesus looked up. Сказано, Иисус посмотрел вверх. He spoke in a loud voice. Он сказал громким голосом. And he said, Lazarus, come forth. Он сказал, Лазарь, выйди вон. It talks about the physiology over and over again in the Bible. В Библии снова и снова мы читаем о физиологии. Do you think you're going to be more effective at breaking a board if you say? Как вы думаете, у вас будет больше успеха в том, чтобы сломать доску, если вы скажете? Maybe I hope I can break a board. Ну, может, все-таки получится, а? Or yes, I can. Или да, я смогу. Your breathing is important. Your physiology is important. Поэтому физиология важна. Look at Peter walking on water. А вспомните апостола Петра, когда он шел по воде. Here he is walking on water. He's walking on water. Он идет по воде. What does it say next that he did? И что сказано про Петра дальше, что он следующее сделал? It said he looked down. Сказано, что он посмотрел вниз. It says he looked down at the wind and the waves. Он посмотрел на волны и на ветер. What's the next thing that happened to him? И что следующее произошло с ним? It says he became afraid. Сказано, он испугался. So his physiology changed. Его физиология изменилась. His faith changed to fear. Его вера сменилась страхом. And what happened next? И что потом получилось? He sank. Он начал тонуть. His circumstances changed. Обстоятельства изменились. And some of you are sinking in your life. И некоторые из вас тонут в своей жизни. Because you've let the enemy pull your physiology down first. Потому что вы позволили врагу вашу физиологию опустить вниз. What does it say Peter did next? И что сказано дальше про Петра? It says he looked up. Сказано, что он посмотрел вверх. And he said, Lord, save me. Он сказал, Господь, спаси меня. Господь. And the Lord saved him. His circumstances changed. Обстоятельства изменились. So in 1 Thessalonians 5:23, в первом послании Фессалоникийцам 5:23, it says that God wants to sanctify or set apart our spirit, our soul, and our body. Сказано, что Бог должен, Бог да осветит ваш дух, душу и тело. So our bodies are a very important thing that God has given us. И поэтому то тело, которое дал нам Бог, имеет очень большое значение. Bob can comment on this later. Пастор Боб потом впоследствии сможет прокомментировать то, что я сказал. And I'm sure he has more insight than me on this. И я уверен, что у него есть более глубокое мнение по этому поводу. But what do demons try and take a hold of? Но за что пытаются зацепиться бесы? Что они пытаются взять под свой контроль? They want to come into our bodies. Они хотят войти в наше тело. They don't normally come into our cars or our belongings. They want to invade us, бесы, our bodies. Бесы как-то не пытаются поселиться в наших машинах, в тех предметах, которые нам принадлежат, а их цель — наше тело. So the Bible says, be wholehearted. И поэтому Библия призывает нас к тому, чтобы мы были целостными, чтобы мы были смелыми. And you want God to fill every part of your body. И нам нужно, чтобы Бог наполнил каждую часть, каждый орган нашего тела. And if we don't let him fill every part of our body, if he will. If we do not let him fill every part of our body, если мы не позволим ему наполнить каждый орган нашего тела, then someone else will. То тогда кто-то другой это сделает. And then we're going to have to get Bob back. И потом нужно опять вызывать пастора Боба. Hallelujah! Oh, hallelujah! Hallelujah! Amen. Amen. All right. So we're going to get back to creating breakthroughs in our lives. Вернемся к нашей теме — прорыв в жизни. Faith without action is dead. Вера без дел мертва. So we're going to have action with our physiology, with our bodies. И потом мы будем действовать. Мы будем действовать, используя наши тела, нашу физиологию. The next thing besides our bodies, следующее, кроме наших тел, is the words that we use. Это слова, которые мы говорим. We create with our words. Мы сотворены словом. God created through his word. И мы творим своими словами. Бог творил словом. He said, "Let there be light," and there was light. Он сказал, да будет свет, и был свет.
The Bible does not say he thought, let there be light, and there was light. В Библии не написано, он подумал, да будет свет, God, и был свет. God had to speak it to create. Богу нужно было произнести, чтобы создать. And we're created in the image of God. И вы все сотворены по образу и подобию Божьему. And he's given us that creative ability with our words. И он дал нам эту способность творить своими словами. In Matthew chapter 12, verses 36 and 37. В Евангелии от Матфея 12 главе 36-37 стих. Jesus said, Иисус говорит, by your words you will succeed and by your words you will fail. Словами своими оправдаешься и словами своими осудишься. In James chapter 3. В Иакова 3 главе написано. The Bible says our words are like the rudder of a ship. В Библии написано, like the rudder of a ship. You know, что наши слова подобны кораблю. The rudder is a very small part of the ship. Let me rudder, it. You know, it's what yeah. determines the direction. James chapter 3, mm-hmm. verse 1 or 2. Корабль управляется, я просто... verse 3. Третий стих. Verse 3, no. verse 4. Verse 4. Вот и корабли, как невелики они, как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются. And verse 5. Куда хочет кормчий, так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. So the rudder is a very small part of the ship. И руль на корабле — это очень малая часть, малая... But it determines the direction of the entire ship. Но именно руль определяет направление всего корабля. And our words determine the direction and destiny of our lives. А наши слова определяют направление и судьбу нашу. So the words that you say when you go to break a board are very important. Поэтому очень важно, какие слова ты будешь говорить перед тем, как разбить эту доску. Which do you think is more effective? Как вы думаете, что будет иметь больший эффект? To say no, I can't, or yes, I can. Нет, я не могу, или да, я смогу. Your words determine everything in your life. Ваши слова определяют все в вашей жизни. I'd like you to all stand up, please. Я бы попросила всех встать сейчас. And spread out, because I want you to be able to move your arm like this without hitting anyone. So и spread into the так, aisles ну, and to the на front if you need руки, да, на расстоянии вытянутой руки, чтобы свободно было место, потому что я хочу, чтобы вы okay, so могли... For this exercise, I want you to keep your feet in the same position. Do not move your feet. Для этого упражнения мне нужно, чтобы вы поставили ноги и не двигали их. Take your right arm and point your finger out in front of you like this. Правую руку вытяните вперед и палец указательный палец вот так. Now I want you to go behind your back as far as you can. И я хочу, чтобы вы повернулись как можно дальше назад. And while you're back there, pick a point so you can see how far you've gone. И когда вы повернулись уже так далеко, как можете, обратите внимание на ту точку, куда вы показываете. So I'm picking a mark on this board here, so I know how far I've gone. Make sure you know how far you've gone. Сейчас я вот заметил точечку на доске, на которую я сейчас указываю. Now come back and put your arm down. Теперь опустите руку. Now this time I want you to do it again, but do not do it physically. А сейчас я хочу, чтобы вы сделали то же самое, но сделали это не физически. Do it in your mind only. Сделайте это в разуме. And as you're going around, в мыслях своих. I want you to see yourself going much, much further than the time before. И когда вы это будете делать, я хочу, чтобы вы постарались повернуться еще дальше в своих мыслях, чем вы это сделали физически. And this time I want you to do it again in your mind only. Do it again in your mind only. И я хочу, чтобы вы сделали это в разуме. And this time, as you're going around, I want you to notice that your muscles are relaxed. И когда вы будете поворачиваться мысленно. And that you've just gone much, much further than the time before. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что ваши все мышцы расслаблены, и у вас есть возможность повернуться гораздо дальше. And I want you to do it again in your mind only. И опять же сделайте это только в своих мыслях. And this time, you find yourself saying to yourself. В следующий раз, когда вы будете делать в мыслях, вы должны будете сказать себе: This is amazing. I've just gone much, much further than I went the time before. Это
так удивительно, я смог повернуться гораздо дальше, сделать гораздо больше поворот, чем до этого. Now this time I want you to go around physically and see Значит, how far you can go. Первый раз физически запомните точку, то есть докуда вы смогли дотянуться. Go ahead and do it physically and Давайте, see how far you can go. Давайте сейчас все сделаем это. All right, how many of you went further the last time compared to the first time? Кто из вас смог дальше, больше повернуться, чем в первый раз? Now, what did we do there? Что мы сделали? For maybe 1 minute, может быть, минуточку, I used words alone, я только говорил, я использовал только слова, to change your behavior. Для того, чтобы изменить ваше поведение. If you want to change your life, change your words. Если вы хотите изменить свою жизнь, измените слова, которые вы говорите. The most powerful way is to get the word of God in you and confess that word. И самое сильное, как мы это можем сделать, самое эффективное, это когда мы вкладываем слово Божие в свое сердце и провозглашаем его. And you may take your seats. Теперь присаживайтесь, пожалуйста. Пожалуйста, уберите доску вот туда, в тот угол. All right. So let me ask you a question. Я хочу задать вам вопрос. If you had broken a board like this, если вы разбили такую доску, 50 times in a row successfully, вот представьте, вы сделали это 50 раз подряд и были успешны в этом. Would you have a pretty strong belief that you could break it on time number 51 successfully? Как вы думаете, будет ли у вас уверенность, что в 51 раз у вас так же получится? Of course you would, wouldn't you? Конечно. So how do you make time number 1 like time number 51? А как добиться того, чтобы первый раз был похож на 51-й? You use the art of simulation. Вы должны использовать искусство симуляции. How does an airline pilot learn to fly? Как пилот, который собирается научиться водить самолет, учится этому? I got delayed coming here because of lightning. The pilot didn't want to fly because of the lightning. Я сюда прилетел на 2 дня позже из-за того, что мой самолет отложили, вылет самолета отложили из-за молнии, потому что пилот не хотел лететь в грозу. But if a pilot actually gets struck by lightning when he's flying, does he say, "Oh, they told me in pilot school you might get struck by lightning. Let me get out the flying manual and see what to do"? Но если бы, допустим, он все-таки согласился полететь, пилот, и молния попала бы в самолет, как вы думаете, как бы он себя повел? Он бы сказал, так, меня в школе обучали этому, говорили, что такое возможно. Он бы достал свое, как это, руководство по управлению самолетом и начал бы искать. Как вы думаете, так? It's too late then, isn't it? Уже поздно. What has he done? He's gone into the simulator and practiced getting struck by lightning over and over again. Нет. Обычно пилоты как делают? Они садятся за симулятор полетов и учатся, обучаются. Они постоянно учатся, как себя вести в такой ситуации, когда молния ударила в самолет, например. And he's done it hundreds of times, so he's got faith. When time number one happens, he's prepared. И когда он уже это тренирует раз 100, он прошел через это, то тогда он уверен, что когда это произойдет наяву, в реальной жизни, он будет готов к этому. One of the most powerful things I do is I get into the Word of God. Я беру Слово Божие. And say, what if this difficult challenge was going to happen in my life? И я обычно говорю, how would I handle it? What kind of word would I be confessing? How would I be believing God to get me through that situation? Как мне справиться с этой ситуацией, с этой трудностью, которая пришла в мою жизнь? Какое слово подойдет, слово Божие подойдет для этой ситуации? And I do that over and over again until the word gets in me so that I have faith for that situation. Я говорю себе об этом, напоминаю постоянно об этом до тех пор, пока
слово не приходит, и Бог не напоминает мне о каком-то отрывке из Писания. So remember, this is not about breaking a board. Помните, что неважно, сломаю я эту доску или нет. It's about creating breakthroughs in our lives. И я говорю не об этом сейчас. Я говорю о том, как добиться того, чтобы в нашу жизнь пришел прорыв. So let's say I was to say, what would happen if I had broken this board successfully? How would I be feeling? What kind of physiology would I have? What words would I be using? Давайте представим, вот я смогу разбить эту доску. Как я себя буду чувствовать? If I had just broken... Что я буду делать? Какова будет моя физиология? If I had just broken this board successfully, where would I be looking with my eyes? Если я сейчас ударю в эту доску, и она рассыпется, как вы думаете, куда я буду смотреть? Куда мои глаза будут направлены? Would I be looking at the board? Буду ли я смотреть на эту доску? Of course not. Конечно, нет. If I was looking at the board, where would my hand end up? Если бы я смотрел на доску, куда бы попала моя рука? It would end up on the board. Она бы попала в доску. But if I had already broken the board, where would I be looking? Но если я уже разбил эту доску, куда я буду смотреть? I'd be looking beyond the board. Я буду смотреть дальше, чем эта доска, как бы сквозь нее. And when I look there and put my faith there instead of on the board, that's where my hand ends up and the board has to break. И когда я буду смотреть сквозь доску, видеть то, что уже за ней происходит, и буду бить в нее, вот тогда она сломается. I want you to take your index finger and put it up in front of you like this and look at it. Я хочу, чтобы вы подняли указательный палец и поставили вот так перед собой. Now take your other hand and put it behind your index finger like maybe a foot. А другую руку поставьте вот так, где-то, ну, вот на таком расстоянии. Now look at your other hand. Посмотрите на свою руку. What happens to your index finger? Что происходит с вашим указательным пальцем? It disappears or it becomes double and you can see through it. Он как бы растворяется, и вы как бы видите сквозь него. Don't be focused on your problems. Не надо концентрироваться на проблемах. Be focused on God and His solutions. Обращайте внимание на Бога и на решение проблемы. Don't tell God about your big problems. Не рассказывайте Богу о своих больших проблемах. Tell your problems about your big God. Расскажите Богу, расскажите вашим проблемам о том, насколько ваш Бог велик. Amen. Amen. So let me ask you. Давайте я задам вам вопрос. Do you think this board can be broken? Как вы думаете, возможно разбить эту доску? It's not easy. Нелегко. Would you like to see the board broken? Хотите это увидеть? All right, who'd like to break it? А кто хочет ее разбить? Someone who's never broken it before. Who'd Мне like нужен человек, it? Который ни разу этого не делал. Who's never broken a board? First person up here has never broken a board. Come on up. Кто никогда не разбивал первый человек? Come on up. Come up the stairs then. All right, come here. Иди сюда. Is your hand already hurting? Уже болит рука уже. I'm Peter. Меня Питер зовут. Антон. Good to meet you. Where are you from? Очень рад познакомиться. А ты откуда? From Russia, but minister in Kharkov right now. Really? Wonderful. Well, welcome here. Замечательно. Добро пожаловать. Now, Anton, what would happen if you had already broken this board? If you'd already broken, how would you be celebrating? I want you to show me how you'd be celebrating. Антон, вот я хочу, чтобы ты мне сейчас показал, как бы ты себя повел, если бы ты разбил эту доску. Как бы ты радовался сейчас. More! Let's see if you can celebrate! Help him celebrate! Yes, еще, you can... еще, да. Okay. Do you notice how his physiology is changing? Видите, как изменилась его физиология? So if you'd really broken it like 10 times in a row, show me what kind of strength you have. Let me see it like this. Say, look at me and say yes. А если бы ты уже 10 раз ее разбил, покажи мне, как бы ты это сделал, как весь сосредоточился. Yes, да? Yes. Let's see it with more power, more strength. Yes. Больше силы. Yes. How many of you think he can break a board? Как вы считаете, он сможет разбить эту доску? Hey, I can't hear you. Can you do it? Я не слышу вас. Louder! Еще громче. Let me see you. More energy, more strength. Let's see it. Yeah! Давай, еще больше энергии, больше силы. All right.
In the book of Psalms, it says there are shouts of joy in the camps of the righteous. В псалмах написано, что среди праведных радостные крики. Все радостно кричат. There is power to shouts of joy. The joy of the Lord is our strength. И когда мы кричим, в этом есть сила, потому что радость Господи подкрепление наше. Saul, I want all of you to help Anton up here. Stand to your feet, please. Я хочу, чтобы вы сейчас все помогли Антону. Давайте мы все встанем. I want to see what kind of shouts of joy you could have if you had just had a great breakthrough in your life. Let's see it. Я хочу увидеть, как бы вы кричали и радовались. Когда в вашу жизнь пришел прорыв. Аминь. You can do everything, yes. Все могу. Are you right-handed or left-handed? Левша, правша. Right-handed. Okay. Right-handed. Here's what. Okay. I'm going to take the mic. Yeah. Okay. Or I can hold it. Okay. So I want you to put your left foot forward like. Я хочу, чтобы ты выставил левую ногу вперед. Left foot forward. Okay. Now I want you to feel like you're 2,000 pounds, just grounded and rooted to the floor. Я хочу, чтобы ты почувствовал себя очень тяжелым, таким укорененным и утвержденным на этой сцене. Much stronger. Yes. Еще сильнее. Ага. Да. You see the difference? Видите разницу? All right. Yes, you're strong. Да, ты сильный. You got physiology here. Да, все это физиология своя показывает. I don't want you to break the board yet. Но я пока не хочу, чтобы ты ломал ее. When I want you to come, I want you to bring your arm like this and then come forward like this and I'm going to have you break the board. И я хочу, чтобы ты, да, взял руку и выдвинул ее вперед и, да, ломать вот этой частью. What part of the board are you going to want to hit? В какую часть доски ты будешь бить? Right through the center, exactly. Прямо в центр, правильно. This is the weakest part of the board. Потому что это самое слабое место этой доски. Do you know how hard it is to break a board if you hit it up here? Знаете, как сложно разбить доску, если ударить в верхний угол? It's almost impossible. Практически невозможно. Yet most of us, when we have fear in our lives and we face a problem, но многие из нас, когда мы сталкиваемся со страхом или какие-то проблемы приходят в нашу жизнь, how do we try and deal with it? Как мы пытаемся с этим разбираться? We come in from the edge and say, "Oh, this is too scary here. I better try and deal with it here." Мы бежим к самому краю этой проблемы, к самой периферийной части ее, потому что центр для нас. Our fear takes us away from what seems like the scariest place. Кажется очень страшным, и наш страх уводит нас от того, что является самым слабым местом этой проблемы. But it's actually the easiest place to create a breakthrough. И на самом деле в центре проблемы легче всего обрести прорыв. Jesus said, "I'm going to send you the Holy Spirit as a comforter." Иисус сказал, я пошлю вам Духа Святого, который будет утешителем. When do you need a comforter? Когда нужен утешитель? You don't need a comforter when you're in your comfort zone. Когда вы находитесь в зоне комфорта, вам не нужен утешитель. God calls us to step out and go to what seems like the most difficult places, but are actually the easiest and best places. Но Бог призывает нас сделать шаг и пойти туда, где нам кажется тяжелее всего, хотя на самом деле это самое слабое место проблемы. When Pastor Bob first did deliverance, it was outside his comfort zone. Когда пастор Боб впервые участвовал в служении освобождения, это было для него выйти из его зоны комфорта. But because he was willing to go there, look what God has done in and through his life. Но так как он был готов сделать этот шаг, посмотрите, что Бог сделал в его жизни и вокруг него. It's the same for you and me. То же самое касается вас и меня. Don't let our fears take us away to the most difficult parts of life. Не позволяйте нашим страхам уводить нас еще дальше и вести нас к более сложным проблемам в нашей жизни. Be strong and courageous. Будь тверд и мужествен. Do not be terrified or discouraged, for the Lord your God will be with you everywhere you go. Не бойся и не ужасайся, ибо Господь Бог твой пойдет с тобой везде, где бы ты ни был. All right, so you ready to break the board?
Ты готов разбить эту доску? Stronger! Давай сильнее, еще сильнее. When you go to break the board, where you, in fact, I'm going to put a little circle here, right at the center. Я вот сейчас тут кружочек нарисую. This is where we want to go, right? Вот это как раз то место, куда нужно бить, прямо в этот центр. All right. Хорошо. So let's practice this again. Давай еще раз попрактикуемся. Угу. Okay, don't потренируемся. Come, Я хочу, чтобы ты просто прикоснулся сейчас к ней. Потому что мне нужно удостовериться, что ты попадаешь в правильное место. What are you going to want to say when you break the board? No or yes? Когда ты будешь разбивать эту доску, что ты скажешь? Нет или да? Okay. And where are you going to want to look? И как ты будешь выглядеть? He said, "I see it broken already." You see it broken already. Okay, please don't look at me. Пожалуйста, не смотри на меня. Смотри выше доски. Somebody see this? Yes. Покажи мне. Do it a couple of times. Yes. Yes. Еще раз. Yes. Okay. Let me see your strength here. Okay, we need much more strength. Давай больше силы надо. Yes. 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 Okay. If you've just broken this, show me what strength you have. Let me see that. Yes. Если ты собираешься разбивать, покажи мне твою силу. Один, два и третий раз. Yes, yes, and then through it. Давай, через доску. Yes. Okay, хорошо? Let's do it. Давай. One, two. Раз, два, три. Вау. Wow! Wow! Even your mic. This is for you. For you. Yes! Yes! Wow! It's amazing. Hallelujah! What kind of breakthrough do you want in your life? Какой прорыв вы ожидаете в своей жизни? What if you knew you could change your body, your words, the way you trust God and see that breakthrough come? Что если бы вы знали заранее, что вы можете поменять свою физиологию, изменить свои слова, больше довериться Богу, и тогда прорыв придет? How different would your life be? Насколько другой была бы ваша жизнь? God has placed you in one of the most strategic places in the world right now. Бог поместил вас в одно из самых стратегических мест на этой планете. This is a time when more than ever you need to be strong and courageous. Это такое время, когда, как никогда раньше, нужно быть твердым и мужественным. And possess the land that God is giving you. И завладеть той землей, которую Бог дает вам. It's an honor for me to be here. Для меня огромная честь быть здесь. I feel like I'm in the presence of greatness. Я стою здесь и ощущаю себя в присутствии величия. You are God's chosen one for this time, for this place, here right now. Вы те, кого Бог избрал и поставил на это место и в это время. I celebrate with you and thank you all so much. God bless you. Я радуюсь вместе с вами и благодарю вас очень сильно. Бог благословит вас. All right. Thank you. Give Peter another hand. Давайте Питеру еще раз поаплодируем. Молодец. Now, Питер крутой. Show him how to do it the right way. How to clap the right way. Сейчас я вас научу, как хлопать правильно. What a wonderful time we have had. Действительно, замечательное время прошло.
Before I arrived, перед тем, как я приехал, I know you had some wonderful speakers. Я знаю, что у вас были замечательные спикеры, who inspired your faith, которые поднимали вашу веру, and shared some very important information, и которые делились очень важной информацией. And then I was honored to be with you, и мне выпала честь быть с вами, and build on that foundation, и строить на том фундаменте, который они заложили. So I want to thank the other speakers. Поэтому я хочу поблагодарить всех спикеров, всех других спикеров, for laying that foundation. За то, что они заложили это основание. I want to thank Pastor Dmitry. Хочу поблагодарить пастора Дмитрия. All those who are with him. Хочу поблагодарить всю его команду. For the faith to start this school. За веру, которая нужна была, чтобы организовать эту школу. For reaching out. Чтобы достигать. During the most difficult times. В это трудное время. And to teach you to fight spiritual war. Достигать множество людей и учить вас вести духовную войну. Now we had many more students last year. В прошлом году студентов на школе было больше. This place was filled last year. Это место было просто заполнено в прошлом году.